внимание, Квазар в атаке, и промахивается Антон Попов. 7-й номер, это незамедимо Фрамиль. 42-й номер. Изы, прошу прощения, пропустил я этот момент. Открывает счет Квазар. Открывает счет Квазар. Длинная на Нарка Балаяна. Нарк Балаян принял, извернулся, отдает на Олега Инкина. Инкин ищет партнера, удар поворотом мимо. Удар от ворот. Обратно на Сидельников. Прессингует Квазар, прессингует и ошибается Сидельников. Инкин на Попова. Попов. 2-0. 2-0. Блестящий Квазар разыграл эту комбинацию. И здорово сыграл. Ну, быстро вернул себе Квазар. Инкин. Будет искать партнера. Ай-яй-яй, Олег. Твердян находит в середине Алексея Попова. И Квазар в своей типичной манере играет через вратаря. Опаснейший удар поворотом. Ногу достаточно острый угол. Можно попробовать закрутить. Штанга! Штанга. И это помог Попов. Попов, а Георгидзе его потерял в центре. И гол! Гол забивают Пантеры. Гол забивают Пантеры. И это Андрей Тыньянный, номер 37. Счет у нас сейчас будет у Пантер. Рочев на Зуева. Зуев под левой ногой. И мяч попадает в руку Антона Поп. Но не получилось сейчас у Дмитрия. Контроля Пантеры. Стоп сзади! Сзади! Стоп! Кто-то! Удар поворотом. И... Данила Мартынов. И дальний удар поворотом. Для этого очень хочется. Опасная атака Пантер. Опасная атака Пантер. Падение в штрафной. Падение в штрафной. Второе падение. Передача на Нарика Балаяна. Выход один на один будет. Балаян! Что он делает? Нарик Балаян! 3-1. 3-1. Исполнительское мастерство Нарика Балаяна, конечно, сейчас. Постепенно уходит. И два мяча ведет Квазар. Навес, удар поворотом и спасает Исавердян. Спасает. Говорил в первом тайме, что Пантеры достаточно опасны могут быть на стандарте. Овсянников там борется с Инкиным. И еще один момент у Пантер. Вернется на поле. И 37-й номер, судя по всему, выйдет на поле. А тем временем Квазар забивает третий и 30-й гол на счету Нарика Балаяна. Не стал Олег обострять через Лазбенева. Лазбенев сыграл на Нарика Балаяна. Тот прекрасно в касание скинул. И дубль Антона Попова у нас. Попов с мячом обратно на Алексея. Получает тот по ноге, но продолжает. И Антон Попов попытался слева. Просто сегодня Хлебников все прерывает. Все абсолютно. А тут прострел Попова и Георгидзе. И Георгидзе забивает. Забивает. Радость Квазара. Кожановский и пытался обмануть нас. И пенальти у нас будет. Пенальти. Александр Хлебников поймал, так сказать, удар. Давай, машина. Внимание. Внимание, Исавердян или Агапцев. Забивает Агапцев и... 6-2 у нас. И 38-й гол Дмитрия Агапцева. Совершенно один там оказался Олег. Укоротил этот мяч. Балабанов удар и забивает. Евгений борется надежно. Разин с мячом. Дальний удар поворотом. Крестовина.